И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Art of Conquest. И сегодня мы много каких аспектов зацепим. Но, во-первых, у меня осталось только купить вот этот предмет, и я узнаю, а закончится ли архив. Хотя, по факту, он должен закончиться, и вот эти вот все... всю вот эту доблесть, все дела я смогу тратить только... я смогу тратить... Мне задание не выполнено. Ох, это прикольно, у меня задание не выполнено. Господи, ты где находишься? Ага, вот. Только здесь, на черном рынке, покупая разные предметы и так далее. Но сначала мне нужно накопить 20 тысяч и купить уже все это дело. Так, что еще? Ну, во-первых, во-вторых, у нас сейчас уже заканчивается ивент Стража Сильверинга. Сильвервинга. Серебряный ветер, ну да. И здесь я сейчас занимаю 61 место, но как бы это все фигня. Почему? Потому что, чтобы вырваться на, в полтинник лидеров, мне нужно будет всего лишь навсего завалить на ползвезды мощнее. Уж поверьте мне, я этих завалил, не потеряв никого, а уж там-то дальше, понятное дело. Полтинчик я пробьюсь, точнее, в полтинчик, а это значит все хорошо. Так, Норландия. 7. Так, ой, ё-моё. 7, 8 вроде бы с 200-го откроется, да? А, не, 150-й? Не, дальше больше, так что там я точно не прорвусь, так что и так вполне нормально. И будет у меня откроются гонки за эликсиром. Тут я подготовился. Ну, опять войсками. Да, подготовился войсками, потому что вот этих всех я продам. И, собственно, эликсир верну на родину. Кстати, да, паучок мне попался. Еще не пробовал, не тестил в битвах. Надо будет как-нибудь затестить. Навыки. Навыки использовал. И, как видите, у меня уже 25 левел. То есть, скоро лучники у меня будут убер прокачанные. Мало того, что плюс 1% дополнительно будет, так еще и плюс 20%, так как я добьюсь максимального левела в прокачке. Кстати, да, тогда не рассказал, сейчас расскажу. У нас разъединили инвентарь. Здесь в этой вкладке все, что можно открыть. Здесь в этой вкладке дополнительные ресурсы. Здесь шмотки, здесь карты и всякие предметы. Ну, а здесь по стандарту все. Так что вот это вот я все не открываю, так как там будет давать эликсир. А зачем я буду это открывать? Такие вот дела. Тоже 4 по максимуму, как можем. Чтобы давалось нам побольше ресурсов. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Что я хотел здесь-то рассказать? А, драконы. Драконы. Хоть логово у меня и не прогружено, а на телефоне оно прогружено, если нажать вот сюда. Оп! Дракончик с дерьмовым, с дерьмовой мощностью. То есть, соответственно, мощность моя понижается. Черт побери, было бы это раньше, я бы на 15 тысяч больше мощности заработал. Ох, я кое-как вырвал эти все очки по мощности. Я столько бабок потратил на создание войска. Эх, кошмар. Обратно заходим в логово, жмем сюда. И оп, мой дракоша вернулся обратно. Если взойдем вот сюда, то вот такой у меня дракошек есть топазовый. Но, понятное дело, мне он не нужен. Почему не отображается в блюстаксе, я не знаю. Но это, собственно, из разряда какого фига, сейчас на ком-нибудь покажу. А, ну что, далеко ходить, это надо в Home зайти. Вот, у него здесь это спереди, сзади есть картиночки, назовем его так вот. Здесь два бокальчика нарисованы, если в телефоны заходить. А вот это вот СА, ЧЧНЭ постоянно, это флаги нарисованы. Блюстакс этого не отображает. Ну, говно, короче. Ну, да и пофигу, как бы. Не сильно нужно, поэтому сильно пофигу.
Что еще? Так, это груз. О, я ж не заходил сегодня. Кошмар. И что? Колизей. В Колизее я тут прям под конец всегда выбивают, но я стараюсь, я прочухал, как это работает. В целом, достаточно получить любой ранг хотя бы раз, и тебе уже постоянно будет натикивать что-то как-то где-то. Главное, чтобы держаться в нужном диапазоне. Сейчас, соответственно, можно нажать, то есть прокрутить лишних и зайти, соответственно, крутануть, ну, точнее, увеличить себе. Вот, кстати, видите, Чен, а должен быть флаг китайский быть. Увеличить себе ранг. Зайдя в магазин, мы видим, у меня 560. Это 4. Ох, сколько раз-то это было. Один раз мне вроде бы сотку дали. Да, один раз сотку дали. Меня там вообще за 2000 выгнали. Это самый первый раз. А потом два раза по 150 и один раз 160. Вот. Поэтому как бы здесь все легко и просто. Давайте специально ничего не покупал. Вот, все это давайте купим. Отличненько. И у нас остается 410. Можно вот это купить. Очень выгодно в этом плане. 5000, конечно, но нужно ли оно мне? Пока что не знаю. Что мне еще нужно? От этих можно, по идее, купить. Потому что я их, оказывается, очень много трачу. Но я хочу в первую очередь все-таки купить вот этих вот. Рунные камни мне не нужны. Я хочу все-таки статую добить уже до конца. Почему бы нет? Это я могу все купить. 150 всего лишь, это фигня. 150 мне еще дадут. Ну и будем тратить все остальное уже на войска. Можно, конечно, вот это вот купить, потратить, к примеру, вот это вот. Кстати, а можно вот это купить? А почему бы нет? Тогда я смогу дракошу своего раскачать по максимуму. Да. И вот это можно будет купить. 150, 150. Ну окей. И давайте посмотрим. То есть вот журнальчик. То есть я вот сейчас вот атаковал, поэтому я немножечко увеличился. Теперь можно атаковать вот этого. Смотрю вот по этим очкам всегда. Если у меня больше, значит я без проблем завалю. Да и, кстати, если одинаковые, тоже без проблем. На это я вообще никогда не смотрю, мне пофигу, кто там, что там. Кому-то, может, это что-то и дает, а мне нифига. Расстановочка у меня вот такая обычная. Без лишних заморочек. И начали. Оу, я кое-что заметил. И я вам чуть попозже это покажу. Так, ну пройдет бой. Конечно, я всех раздербанил, как делать нефиг. Без каких-либо потерь. А знаете, что я заметил? Я мог заюзать ни одного дракона, по ходу дела. Вот, видали? Ни одного не потерял. Потому что классная расстановочка и хорошие войска. Кстати, да, я Авалона вкачал до 35-го левела, потом... Очков-то на войск-то нету. Я думаю, блин, а зачем тебя качал тогда вообще? О, классно. Левелочек маленький, так что погнали мочить союзников. Да. Текс, давай глянем. Нет, один дракончик только у меня. А, у меня сейчас этот дракончик заюзан. А, вот почему. Ну хорошо, а то я уж думал, если двоих может драконов, троих, четверых, это ж писос. Читерно было бы, конечно. Но прикольно. Наверное, прикольно. Не факт. А, кстати. Учетчик у нас. Ага, как она. Как она-то? О, погоди. Не, с такими войсками, тут как бы как крути, как не верти, все равно не получится того, что хотелось бы, чтобы получилось. Ну да, ой, ну да и ладно. В бой так в бой. Ну-ка, что там у тебя за войска? Дракон, черепах, смотри, матер, серебряный черепах. Мощный человечек. Союзники все-таки. Но, как говорится, союзники или нет, мне это не важно. Если по очкам они меньше, то они разлетаются в какашечку.
потому что я слишком мощный для них. На сотку у меня мощность войска больше, чем у него. Вот, а как говорится, соточка — это тебе не хухоршеньки. Такие вот дела. О, блин, я тут чё-то, короче, я засел. Секунду. Да уж. Кстати, вот музыки Победы, в самом конце этой музыки такой гитарный запел. Такой... Суть-то в чем? Я офигел, когда напал и проиграл. У него... Да, у него как бы он меньше был. У него стояла черепаха золотая 10-го левела. И он ничего не потерял. Просто совсем ничего. Дракон, который хилял. Черепаха, которая адово всем увеличила. И раканы. Против раканов людьми вообще не выстоит по ходу дела. Мечники не могли подойти, потому что арбалетчики просто их не подпускали к себе. И все. То есть он их включил в... Их не скилл, и они просто не подпускали мечников. Черепаха дала им такой офигенный буст, что просто ад. Черепаха топ. А уж золотая черепаха — это дважды топ. Да уж, 35 золотого войска она, конечно, стоит. Тут и не поспоришь. Ну и дракончик зеленый, который просто-напросто хиляет. Просто-напросто хиляет, если я не ошибаюсь. Жив, мятежность, чайная песнь. А вот она. Вот, исцеление. Что у нас здесь? Урон. Это тоже урон. Это просто невозможно. Это просто офигенно, насколько был. Я просто в шоке такой. О, что за фигня. Ладно. В любом случае, ну, хотя бы 545 на том хорошо. Потом еще второй будет заход. В общем, 150 свои получу и на том хорошо. А, что у нас в целом дальше? Так сказать, DLC закончилось к предыдущему выпуску, дополнение, скажем так, про Колизей и все дела. Вариона я потом пройду. Кстати, а сколько там осталось-то? Старший Сильвер... А, да, нормально, 4 часа. Я пройду, мне там просто нужно будет какого-нибудь 6,5 звезд завалить, и все. То есть, как бы, как таковой ничего сложного нету. И, наконец-то, давайте уже избавимся, а точнее избавим меня от вот этой вот надписи «Школа тактики 4 левел». А когда я зашел, я так увидел «Испытание героев». Окей, все, дальше не хочу. И тут я понял. Как вариант, вот это старое, а вот это новое. И честно не знаю, что здесь у нас ждет. Неплохо, то есть я могу помимо того... Так, погоди. Школа. Да, это старая моя, та самая школа тактики. А здесь у нас... О, погоди, испытание героев. Так два... Ого. И каждый день, короче, это все по новой будет. Класс, погнали. Что нам это даст? А точнее... Хочу все это золото собрать. Так, герои. Каждый я могу по 3 заюзать. То есть ставим все с мерой, с чувством расстановки, да? Так. Танк. Маг. Что-то среднее. Сколько у меня героев в целом-то? 11 героев, да? Блин, надо подумать. Да, наверное, так и сделаю. Это будет цифра 2, это будет цифра 1. Так. Ага, это все то же самое. Ну окей. Ох, господи, так, давай, цифра 4. А что у меня тут настроено? А, ну я знаю, что у меня тут настроено. Ну ладно, уберем. Вот это, не вот это. Просто я хочу побольше попробовать пройти.
и посмотреть вообще что-то когда где дальше. Получится ли вообще? Это, конечно, хороший вопрос. Так, да, вот так вот у меня. Ну, давай посмотрим. Распределял войска с расчетом танк, воин и маг. То есть танк, он же у меня сразу же и воин. Авалона взял, потому что у него есть защита. Маг, ну, тут как бы вообще говорить не о чем. Гримс и... как же огненная магичка, я забыл, как ее зовут. Я поставил вместе, потому что Гримс обязательно запустит ракеты. Вот, а... Уйди отсюда. Авалона, завалишь, скотина! Нет, Авалона завалили, сволочи. Да, трынделся. Вот, и... У нее обязательно будет атака. Огненная. Ну, в общем, да, win to easy. Это 100% победа. Что мы в итоге получаем? Ага. И мы, собственно, получаем вот эту всю награду. Отлично. Ну, давай погнали дальше. Win to easy. Теперь давай составим второй мой списочек, который я составил. Только это все зачистим. Ну, даже встали они примерно так, как я и хотел. Гримс сразу же атакует. Я прожимаю огненный танец. Собственно, поэтому я Аврил и Гримса не ставил в одну кучу. Вот, огненный танец очень сильно поможет. Ну и бездушная плеть, это фишка Газула, она без вариантов параконает. Здесь она будет как никогда работать идеально. Я даже вот этот вот стак, по-моему, сделал мощнее. Так, панду-ка, давайте-ка не будем убивать. Да, я этот стак сделал даже мощнее. Можно панду Навариона, допустим, о, да, ой, Навариона, панду. На Авалона поменять. Или не стоит менять. Ладненько. О, 2 из 18 точно. У меня же теперь задание появилось. Окей. Не, давай. Вот так лучше поставим. Потому что это будет лучше. Я думаю. Я так думаю. Погнали. Сразу же лед. Лед. Отлично. Так. О, по газулу задели. Вот это фигово. По газулу задели, значит, моя тактика чутка провалилась. В этом плане тактика моя провалилась с помощью газула затащить. Ну, а с другой стороны... Ладно, что поделать. Неправильно расставил войска, и, соответственно, на газула они зацепили. Но, как видите... О, господи, как я их вечно забываю. Я их забываю. В общем, гладиатор, как видите, тащит просто на ура. А зовут тебя у нас гладиатор Руфия. Ну, точно, Руфия. Господи, чей так вечно забываю. Ага, здесь не показывает. Просто хотел посмотреть, как энергия восстанавливается. И как мне нужно разделять войска. А, ну по факту, да, по два стака идеально. Здесь же всего 6. И будет ли дальше страница, я не знаю. Но посмотрим. What the fuck? Это что за корабль? Дракар! What the fuck, зуб дракона, активно поле боя, вот три отряда раканских воинов, чем выше уровень дракара, тем выше уровень признанных войск, твою мать, чем дальше, тем жопушнее все это дело, это пясос. Так, погоди, тут только дракар и еще их золотая черепаха. Вот это говно будет вызывать троих, а это говно будет усиливать их всех. Да уж, вот
это подставушка, так подставушка. Так, ладно, окей, газульчик, погоди. У тебя там с энергией жапунчик, газульчик. Ну, давай попробуем. Ваша сила песос по сравнению с его силой. Ха-ха, отлично, давай посмотрим. Так, хилку, сразу, без вариантов. Огненный танец сейчас нужно врубать. Вот это говно. Он Вегу долбит. Скотина сраная. Да, Вегу сразу же завалил. Так, там на черепаху отвлекся. Ну ладно, тоже неплохо. Ну вот, чувак, твой энд сейчас пригодится как никогда. А, отлично, вы и так завалили. Черепаха более живучая оказалась. Фу, я думал, что будет намного хуже, чем я думал. Зря я думал, что так думал, что будет вот так вот, как я думал. Но оказалось, что я не думал, а только надеялся и верил. Ну, отлично. Окей, я Дракара ни разу не видел. Это уже классно. Очень много экспы, очень много ресурсов. И, конечно, вот эти артефакты для улучшения. Это классно. Ну, давай дальше посмотрим. О, кони. Вот эти обходят, а эти по прямой бьют. Это песос. Народ, это песос. А знаете, что я сейчас делаю? А я поставлю вот их. Почему? У него есть Гримс. Гримс стоит на этом уровне. Они бегут, и Гримс сразу же... Бррр! Я это надеюсь. Так. Не давайте я поставим вот здесь что. Так, вот так вот и немножечко раздвинем вас, чтобы немножечко по центру вы не стояли, а по краям. Ну, да я, наверное, надо было лучше вообще кого-нибудь вызвать. Типа лечение вызвать, наверное, лучше все-таки надо было изначально. Ну ладно. Лед и пламя нам тоже надо. Так, раз все пока что нормально, так что давай вызовем голема. Ой, энта, энта. Пока что он живет, же это хорошо. А теперь переменяга в бой. Отлично. Все, теперь с переменем жить можно. Лечение все еще идет, значит больше юзать нечего. Все отлично, воскрешать-то некого. Да, все-таки моя тактика с выставлением панды по центру, они в него ударились, и плюс Гримс ударил ракетами, сработало просто идеально против этих коней. Да. А так как количество воинов не так уж и много, то и гусары, ой, как не, да, гусары, правильно сказал, они не пошли в обход, а пошли в лицо, так как думали, типа, о, слабые. Тупо повезло. Вот реально тупо повезло. Ну и последним. Гномы, гномы, танки, мехи. Ну, посмотрим, что сделает нам последняя наша стая. Так, давай все-таки сделаем вот так немножечко. И вот так. Чтоб ты стоял поближе. И ловил пушечное ядро в лицо. Блин. О, вы в центр сошлись, отлично. Это то, что мне нужно. Теперь бездушная плеть. Как раз на танк она как раз побежит на танк она. Все, отлично. Бездушная плеть бежит. А этих мы сейчас завалим со стрел. Бам-бам-бам-бам. И все. И вот на бездушная плеть как раз пришла туда, куда мне нужно. Даже вьюга не пригодилась. Один раз только поначалу. Не, неплохо, 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 мне нравится. Еее, 6 из 18, испытание пройдено. Собрать. Я молодец. Все, соответственно, за 24 часа я должен это был пройти испытание. Дальше заходим сюда, и все, испытание пройдено. То есть, соответственно, ждем на следующие сутки. Так, давай посмотрим. Каждый герой может потратить до трех энергии испытаний в день.
Сброс питания происходит каждый день. Сложность питания возрастает с вашим силам. Использование в битвах может только героев. Так, бой в рамках испытаний не приносит опыта и не приводит к получению урона или ранения. На использование способности не тратит маны и энергии. Ну, в общем, короче, энергия не восстанавливается, как я и думал, поэтому изначально я их разделил на две кучки, хотя я даже не посчитал, сколько здесь было статуй. Их было 6. Значит, я правильно сделал, разделил сразу на две кучки и сделал все как нужно. Офигенно просто. Я счастлив, когда я делаю сразу. Вот сразу делаю как нужно. Так, давай соберем где тут все. Чтобы тень. Что у нас тут дадут? Фигня! Полетела. И вот это вот. О, дракона-то надо поменять. Ну, дракона-то поменять надо. Ты дракон нужный? Нет, не ты дракон нужный. Значит, ты дракон нужный. Вот, ты дракон нужный. Бля, нужный мне дракон. Кстати, качаю я только его все равно. А зачем мне другие? Пока что. Вот. Когда я его вкачаю по максимуму, вот тогда он и будет. Эликсир перестал собирать, чтобы он у меня потихоньку накапливался. Новости. О, доход, братцу. Прикольно. А, кстати, зачем я эти сундуки собираю? Там что же есть эликсир? Так, школа тактики. В итоге что? У нас здесь остается старая добрая школа тактики. Ничего больше, ничего меньше. Стадия 4.1. Самая максимальная стадия 4.15. Прикиньте. Вот это самая максимальная стадия. А, ну это, наверное, потому что школа тактики всего 4-го левела пока что. Хорошая штука. Хочу этот посох. Он 4 лидерства даст. Эх, ну ладно. Что еще можно показать вам здесь из нововведений? Что у нас здесь? О, кстати, давай посмотрим, могу я заколдовать уже или нет. Изготовить. Изготовить. И 20 факов 7? Что? Откуда их столько у меня? Так, погоди, мне нужны фиолетовые. Кайва. Здесь не хватает. А чё этих так мало? Почему тех так много? Я хочу тех тоже много. Это какое-то издевательство, прикинь, мне не хватает. Я хочу сделать мириатак-то типа какой-то дебаф будет ближняя атака наносить, когда будет две звезды, понимаешь, две звезды. Вот ЗВ они почему-то перевели, а вот остальное почему-то не захотели переводить. Сволочь. Сволочь. Просто. Ну, ладно, скорость атаки плюс 15% тоже хорошо. Ох ты ж. А чё так много? Один в три. А, то есть по факту я могу их все перегнать сразу же. По факту они мне не нужны в другом виде. Офигеть, реально, а чё их так много-то мне дали? Даже больше откуда? Я даже не увидел. Классно. Классно. Комплекты все так же осталось, наборы все так же остались. Сведения способности вроде бы все то же самое осталось. Я сейчас, собственно, как я и говорил, я вот хочу Авалону сделать улучшалочку. О, кстати, обжигающую ауру могу ему вкачать. Теоретически увеличить всем количество здоровья плюс 4%. Ну, вы понимаете, на что я коплю прирожденный, точнее, очки умения на прирожденного лидера. Ну, кстати, теоретически я могу сбросить статы. А, нет, здесь я хочу сбросить и лучников, призыв лучника сделать. Да, я хочу максимально сделать призыв лучника, мастерство лучников. Ну, конечно, прирожденный лидер. То есть тут без вариантов. Кстати, могу сбросить? О, могу сбросить. Классно. Так, прирожденный лидер.
Пока что не будем дальше качать, сделаем так, как есть. Кстати, я могу, конечно, качать. Ну ладно, призывать лучников сначала сделаем. Две тысячи это дофига. Давай посмотрим, все-таки что нам это даст. Мастерство лучников. И все. То есть по факту лучников и лидера вкачал. Это специально я сделал второй, чтобы посмотреть, что мне это даст. Теперь надо найти дрища. И сюда. Дрищ. Не такой-то ты уж дрищ. Ладно, погнали дрищ. Ватафаки, атаки. Нифига себе. Ладно. Берем Авалона. Пару мечей и лук. И посмотрим, какого лука мне дадут. Да ладно, так много, еще и 10-го левела. Интересно, вот сколько это дали мне? В районе, я думаю, 20. А это сейчас мы можем узнать. 2000 дают. О, кстати, дофига лучников дали. Я не думал, что будет столько. Эти еще и серебряные. Классно. Такс. Да, конечно, энергию тратить, но это все фигня. Такс, потратить энергию, это я хорошо сделал. Так, во. Вот. Один, это 90. Соответственно, ну там в районе 100, да, будет следующий левел. То есть, соответственно, 2000 делим, ну так, подожди, 20 всего лишь. На... Ой, на 100, я на 200 поделил. На 100. В районе 20. Не, все правильно я поделил. Правильно, на 100. А если на 90? 2000 делим на 90. Это получается 22. Ну, как бы слишком много не дают. 20 лучников всего лишь дали мне. С одной стороны, прикольно. Интересно, самый максимальный, сколько может быть, да, могут дать? И вообще, есть ли в этом смысл? Хотя иногда есть смысл. То есть дополнительно 20 лучников на поле с их атакой. Как бы... Ой, ну не с этой. А вот с этой атакой. Как бы это ни было, это классно. Просто из ниоткуда. Ну ладно. Что еще нового? А, ну нового у нас замок появился. Еще один. Так что все здорово. Что там про кронпринц писали? Сторожевую башню. А, понятно, у нас новый же этот король появился новый. Да давай уже и просто. Вот новый король и, соответственно, о, тебя что ли будет делать? Прикольно, почему бы нет? И вот, собственно, да, очень много наших. Слышь, здесь практически все наши. Наш, 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 наш и наш. Это не наш. Вроде бы, да, это не наш. Ну, понятное дело, здесь они раскидывают и нашим, и не нашим, но все равно, нифига себе, много кого нашими назначили. В общем, нормально, союзники у нас нормальные отношения, это хорошо, и это меня устраивает. Герои. Клео появилась, прикинь, она сегодня появилась, вот буквально чуть-чуть. Чуть-чуть часов назад Клео появилась. Ну, Гримс, ну, чувак, ну ты у меня есть. Классно. Мне как раз сегодня дали за каждодневный вход. За каждодневный вход мне дали... А где это? 20 этих монеток. То есть дали 10 и плюс, так как я доблесть у меня 8 левела, то мне еще плюс 10 сверху дали. Так что вообще огонь. И... Ну и погнали открывать Клео. Я же Клео, да, хотел открывать. Все вот это время хотел Клео уже открывать. Да, я ее ждал. Да, вот у меня Клео столько. Я ее все время ждал. Надеялся и верил. И давай, короче, открывать ее. Да, мне сейчас там ресурсы будут давать, конечно, жалко, с одной стороны. А с другой стороны, жалко у пчелки, так что давай открывать. Давай сразу 10. Да. Хочу Клео.
Вот говно кусок. А, подожди. Ага, ресурсы, 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 всякая фигня. Угу. Три, да? Конечно, штука классная, но не... Но когда есть хлео, это только классно. Это тоже классно, но потом. Да твою мать, опять экспа. А, вот еще одна. Четыре было. Эх, жаль. Жаль, но! В следующий раз, когда у меня будет снова очков побольше, ресурсов побольше, соответственно, я уже точно, 100% достану Клео. Но всего вот один сундуков осталось открыть. Жаль, что не сейчас. Я бы очень хотел открыть Клео именно сейчас. Мне нравится ее чертова атака сраной этой волной. О, кстати, дофига, да, ой-ой, какой, какой много хорошей вообще, ух. Классно. Ну ладно. Сундуки я уже открою сам. Не вижу смысла вам показывать ивент. И, собственно, все будет. Все будет офигенно. Такие вот народы. Ну, я больше реально. Да что ты, эта сраная школа-то мне отображается. Ну не могу я пройти. Понимаешь? Зависло все нафиг. Ну я же нажал. Кусок говна. Не могу я пройти тебя, зараза. Ну, чё тебе надо? Чё ты у меня постоянно будешь так сверкать, пока... Ну, хорошо, давай, пройду я эту фигню, только... Только перестань светить! Перестань ты мне светить, ты меня уже неделю бесишь! Или сколько там обновлению прошло? Давайте, погнали! Школа тактики! Убить всех чертям собачьим. Вот, призвать лучников. Я не поменял Авалона, нифига. Давай. Лучники в атаке. В атаке лучники. Все нафиг. Нет, мне кажется, здесь все равно как будто бы больше. Вьюга, на тебе вьюгу. Ща я тебе сделаю. Так тебя завьюжу тут. Видишь, зима, вьюга. Холодно. Холодно нафиг. Скоро у всех будет дома. Хотя у меня уже холодно дома. Нафиг всех. Сдохните! Надо, кстати, школу тактик пройти. У меня теперь мощность позволяет, но я хочу все-таки... Мне нужен еще герой, и будет все хорошо. Задолбало меня это. Сраная школа тактики, пишет он мне. Зайди туда, зайди туда. Не хочу заходить. Все? Слышь, хорош светиться, срань господня. Ублюдочное создание. Фух, все. Успокоилась игра наконец-то. И меня отпустила. Кстати, да, у меня сейчас скоро еще будет герой. Там какой-то призрак будет, когда вот это число будет 2500. Ну, это еще недельку примерно надо будет. И тогда я смогу купить еще одного героя. И, соответственно, больше лидерства. Больше героев. Больше лидерства. Больше войска. Соответственно. Такие вот народ дела. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Эта улучшенная игра меня бесит до последнего, потому что вот эта сраная стрелка так будет здесь отображаться. Надеюсь, она когда-нибудь выключится, так как я школу тактики уже прошел. Ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока. О, 549 место. Еее!